На иконке должна быть свинья. Но слон. Слушайте, я тут врачнул без вас, хотел врачнуть, а тут что-то какая-то фигня. Так быстро вас нос. День слона. Спасаем слонов из клетки, что ли? Я лично не вижу слона. Что там, статуэтка наверху слона? Либо сейчас... Ох ты, господи, вон он, слон! Ох ты, господи, он пружинит. А вы знали, что слон пружинит? Попробуйте прыгнуть с него, вы летите вверх. А вот этот маленький слоненок, как я вижу. Ну, что ж, ладно. Что-то как-то сквозь летит. Сквозь птиц летит свинья, в смысле. Как-то тупо получается, даже не получается. Так, ладно, запускаем дальше. Мы всегда будем со слона спускаться, это и есть день слона, так называемый. Арахис якобы, да? Якобы слоны его едят всегда. На деревьях растет арахис. Арахис, правда, растет на деревьях? Я не ел, не пробовал. Так. Может, надо это активировать еще? Вот тут не поедет, все, поехала. Судьба машины. Только не застрянь. Застряла. Но зато, смотрите, слоник спасем. Слоник спасется. Неизвестно. Проверим догадки наши взрывом. Это слоненок или кто там заперт в клетке-то? Кстати, я почти прошел. Ну-ка, если я прошел, то я закричу. Я прошел, я прошел, я прошел! Как кричал я ранее. В сизнсе. Angry Birds нам. Ну, слоника не спасли, ну и не спасем. Что мы тут? Я прошел, я прошел, я прошел. Вы поняли, да? Уже кричал, поэтому не стану снова. Это что там за лев на конце? Или это слон тоже? На экране. Ну, оскорбили своим однозвездочным. И мы снова на слоне сидим. Давайте попробуем спасти слоника маленького. Ох, господи. Ох! Он прям убил... Вот это просто страшно! Знаете, два раза... Я испугался, что он... Что у него анимация появилась, что он жил. А потом еще и... Крю! Как бомж пододел в трубочку. Ну что ж, могу сказать. Мимо. Ладно, давайте попробуем его осторожно запить, в смысле. Он как тигр, и как, помните, их всякие там. О, а что-то не спасается. Ну что, ловильщики слонов. А где лев? Это лев, да. Симба какой-нибудь. Нет, конечно. Так, ну что, прыжок. Появился просто. Видите, магия слониная. Свиная, я хотел сказать. Ну, свиньи, слоны, видите, похожие буквы. Свин, слон. На Н кончается. На С начинается. Ну чё, они, видимо, перепутали свиней со слонами, да? Поймали, хотели себя словить, поиграть в игру. Кто кого поймает и схватит. Поймали слонов, ну и прю, начали делать, потом с чего. Да вы чё такой прочный? Ох ты, ёшки-мартышки. А почему слоны нет, они Angry Birds подобные? Без лап, без ног сделали бы. Или слоны из Angry Birds Action пришли. Ну и из Movie тоже. А где пиум? Так, я неудачно прохожу сейчас, потому что уцелевают свиньи снизу. Может быть, мне нужно попробовать попытаться? Получилось. Ну все. Как бы должно было бы быть? Но какой-то черта прочное все стало. Вот свинья. Слонья. Давайте слоньями называть их. А что они так резво прыгают-то, а? Резвые вообще. Получится уже, видите, без даже. Давайте спасем нижнего, посмотрим, куда нижний западет. 10 тысяч за них дают, как за птицу. Вот тут появляется, ух ты, ёшки-мартышки. Магия, да, свиная, да?
Это, наверное, в кусте. А в кусте просто это. Телепорт. Заходим, они такие пзяум, телепортируются, видите, с дымком. Вот вы проверьте в своих кустах. Может, у вас тоже там телепорт. У дома. Помните, кусты у вас растут. Вы живете в пустыне? Зачем? Ну-ка, живите в кустах. Где он появится сейчас? Видите, телепорт! Телепорт уже, смотрите. Почти в каждом кусте телепорт. Особенно, если там слоны рядом сидят. Видите, слоны сидят у вас дома? Вы живете не в пустыне, вы почему живете? Ах, да, я сказал вам не жить в пустыне, ну. Слоны там водятся не только там. Слоны вообще там редко водятся. В пустыне там пусто обычно. Поэтому вы не тупите. Не думайте, что слоны там живут. Их там дом, да, цивилизация, вы думаете. Из кирпичей строят. Нет, вы что? Такого не бывает. Хороший слоник помогает. О, раскололся. Вопрос, сейчас обрушится ли верх? Не обрушится. Вот такой вот нижний гадкий, смотрите, свин. Не достать до него никаким образом. Вообще не достали. Это я так говорил, вдруг бывает обычно наоборот. Говорим, и все получается противоположно. Если вы скажете, что вы победите, а вас говорят нет, так как вы сказали, мы вас наоборот. Скажем, что вы плохой человек. Кто-то ударил это судью, допустим, и такой говорит, а, вы меня ударили, но я сделаю все наоборот. Скажу, что вы победили в игре. И все. Ну, в футболе, допустим, судьи ударили ногой, головой и рукой 3 раза. Что у нас тут? Опять спасаем, да, на слоне. Вот, блин, день слона, спасаем день слону. Вот, блин, а? А если день, допустим, программиста? Спасаем программистов из клеток, что ли, а? Ну, ну что такое? День России. Россия в клетке, что ли? Ну вы что? А если день мира? Что будет в клетках, вы спросите? День пиратов, что дальше у нас? День убийц. Убийц спасаем из тюрьмы, да? Давайте, чё? Зачем день убийц-то? Действительно, не нужен день убийц нам. Надо сказать, чтобы они отменили официально праздник День убийц. Когда вы спросите, когда День убийц происходит? Ну, тут, как говорится, в последнюю пятницу этого... Последнюю пятницу месяца, который обычно исполняется. Ну, в общем, я не помню. Извините. Не хочу говорить вам это, то вы будете праздновать, будете спасать их из клеток убийц. Вы чё? Они спасут вас, обрадуются и вас убьют, вы что? Хотите этого? Не хотите? Нет, вот не надо. Это же это убийца, а не чё. Автоматически, видите? О, падает. Ох ты, ёшки, испугался немножко. Но не совсем сильно, потому что я уже не первый раз слонов спасаю. Да, я в жизни тоже спасаю слонов каждый день. Ну, нет, не каждый, конечно, только в день слонов. Кстати, вы сегодня вы в это, день слонов, не знаю, когда день слонов, но, в общем, вы должны были в этот день тоже спасти слонов. Не выгребется, это, здесь. Поэтому, если вы не спас... На пятачок натянули шляпу. Забавно. Но только слоны все равно не рады. Ух ты, ёшки-картошки. Ух ты, ёшки-страшошки. Попаду ли я мимо или не мимо? О, высоко льёт. Это финальный уровень. Наконец-то король на... не на первом, а на шестом. Ну вот молодцы сделали хотя бы то, что нужно. Пиу! А, ух ты, да, я думал сначала, что не спас никого. Уже думал, что не будет. Пиу! Оказывается, пиу! Сейчас будет пиу! А этого не спасем пока что. Или спасем? Давайте спасем всех. Король вот, блин, ревет, как страшно, да, смотрите. Давай, упади. Не упал. В смысле, упал, но не упал. Могу сказать вам только... И песню вам я попою. Сказал мне слон однажды разом. И сказал снова он с том... Я помню, долго шел по улице. И слон сказал мне там... Получился слон такой вот. Ладно, давайте сюда. Лопнул. И броневой остался. Нет, не враг бомжука, а этот свин. Касочноголовый. Броневой тоже. Каскоголовый.
Давайте еще раз, смотрите, какие они шапочные. Это шапка охотников на слонов, вы поняли? Вот не надевайте такие шапки, то вы подумайте. Еще в день слона выйдете вот в такой шапке, какой усача и у свина того. Вас сразу схватит, скажут, вы че, день слонов же. Нельзя ловить всех, а вы надели шапку ловца. И все, в тюрьму подсадят вас, а там убийцы еще, помните? Вот, и вас убьют, расстреляют. Ну нет, расстреливать не будут, убийцы оружия нет с собой. Убийцы всегда обычно убивают, знаете, большинство убийц убивают ножом. Так бывает. Лично не видел, но предполагаю. Всякие пистолеты, это не для убийц, нет, они не любят их. Не круто это. Ножом по старинке. Классика. А то ведь раньше убийцы как не было раньше пистолетов, они убивали как? Ножов раньше тоже не было, но руками убивали, убивало. Ну ладно, что-то я какой-то знаток убийц, да, вы подумаете, что я действительно убийца, меня сейчас позовут. Скажите, а вы чё тут рассказываете? Истории нельзя, да? Это же опасно. Это же зло. Вы спросите. Ну ладно уж, буду пореже говорить, только сейчас этого. Ну ладно, не будем мы. Пим-пим. Пим-пим-пим-пим-пим. Давай, этот, как там тебя? Шлемак. Уничтожь себя. О, идея. Уничтожим его так. Вин. О, не пейте вино. Хотя какая разница, вы хотите, не хотите. Палка, палка. Есть. Ну что, уничтожится ли тот тип, или сейчас он упадет от птицы, потому что птица под ним сидит. Не упал. Но мы сейчас спасем слона. Я, по-моему, не ушел по улице. Да? Ну ладно, ладно. Готова миссия. Выполнена. Мы спасли слонов сегодня, а теперь спасем в реальной жизни. Поехали в пустыню. А в пустыне слоны не водятся. Значит, в саванну. Музыка слоновая? Нет, слушайте. А чё не слоновая музыка? Кстати. Да-да-да-да-да. Welcome, welcome. У меня какая? 62 звезды, смотрите-ка. Неплохо. Ух, эти слоники. Так-так-так, Робби решили повторяться. А, они уж который раз пускают турниры, которые уже были. Даже те, которые мы успели посмотреть. Помните турнир джинный? Так вот, джинный турнир они тоже пустили. Честно, я не стал его вам показывать. Не знаю, там новые уровни или те же самые. Скорее всего, новые, может быть. Но, неважно. Вот это вы еще не видели при мне. Пружинищие турниры. Хрень, конечно, но давайте посмотрим. Звук пяум будет преследовать вас ночью. Это как пружинный турнир, только здесь батуты все же. Они совсем пружины, но... Я не буду, конечно, фишку пружинить пружинами. Но пружины пружинят пружины. Это давно пружинили пружины они. В общем, сегодня они пружинить пружины не будут. Что будет батутить пяум, пяумом своими, пяум, пяум. Так, болван, здравствуйте. Это я. Нужно осторожнее быть. Пяум, 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 да? А вы можете запяумнуться? Вот так вот новые блоки, типа блоки. Пружинищие блоки, да. И фиг знает, как мы доставим этого свина. Ну, то есть никак. В том-то прикол, что... Никак не достать его. Остается надеяться, что все получится само. Вот противный свин. А, вот, смотрите, они уничтожаются. В этот раз они уничтожаются. Ну и что? Оу. Болван. Болван, болван, болван. А, вот так. Так, стоп. А, ну да, вот он, свин. Надеется, нужно попытку попасть. Есть. Пяум, 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 привет. Это пяум, батудистый пяум. В общем, выполнили мы. Странный турнир, конечно же. Неизвестный. То есть ничего неизвестного-то, конечно, нет. Так, что за свинками? Они пытаются копать или они пытаются съесть. Это типа вкусные батуты, понимаете? Это блин, как называется? Желе. Желе. Желе пружинит. Пяум-пяум-пяум-пяум-пяум. Ой, какое безумие, да... Ох. Так, ой, сброс НЛО какое-то получилось.
запружинит ли свина, вопрос. Запяум ли ты его? Пяум. Вообще странные турниры, да, к чему они были? Этот пружинистый. Это не пружинистый, а батутистый. Это бур. Даже не батут, это же говорю, желе. Пяум. Ух ты. Неужели постоянный пяум будет сейчас? Неизвестно, опять же, старые это уровни или новые. Потому что турнир такой уже был. Но! Что но? Но! Самое главное, что вот вы посмотрите теперь его вручную. Какие там еще? Дикий Запад, я вроде говорил, что он пропустил я его случайно даже. Или даже специально. Ну, как сказать? Он какие-то еще пропустил. Возможно, даже какой-то важный пропустил, но вряд ли, конечно. Но пока что вот они Ровио наскучили, вот они теперь Леницын стали настолько, что прям старые турниры повторяют. И новые не придумывают. Вот. Ну, может, это нормально, потому что некоторые не видели, хотят поиграть в них сам, собственно, лапотно. О! Я случайно нажал заново. Я снова случайно нажал, я нажать хотел выйти. Спасибо за... О, мне неплохо сегодня. Вот так, что за фигня? Можно сказать, что это? Какая-то секретная кнопка или вообще ничего? Судя по всему, это секретное ничего. Я был хитрый батут. Дичь, бред. Что получилось? Смотрите, как все вышло. Возможно, даже 3 звезды получу за это. Смотрите, я уж первый, видите, у меня скорее 1. Единичка там. Кремль мой сидит наверху. Ах ты ж, чертовы Рови. Ну ладно. Печалиться не стану. Ты что-то быстро мы проходим. Я прохожу, вы. Видите, они даже батутят от блоков. Это вообще безумие. Потому что, ух, я. Вот это что такое? За палочки, тортики. Можно их отбатутить? Нет. А в комнате Angry Birds можно толкать их. Ну в каком же? Кстати, тут это можно магазин сделать. Вот и грузовик опрокинуть. Возможно, это нужно. Так, вопрос, а что я не пытался сделать тогда еще? А. Это сигнальные огоньки, типа. Или якобы лучше сказать. Так, сильно запружинили, как видите. Мне нужно задеть того. Ну и, пожалуй, давайте-ка. Активируем грузовик. Много очков наберем. Похоже, да, действительно. Ох уж эти звуки, да? Ну, Рови любят звуки. Батута, они, видимо... Да, они там прыгают, наверное, целыми днями. Ну, бывает, что... А, вот так вот они вот. Ла-ла-ла-ла-ла, только это, представьте, что это сотрудники Рови вот такие вот. Ха-ха-ха, танцуют. Они, видимо, уже сами стали жюри от лени. Это они намекают на то, что мы не будем ничего хорошего делать, будем желешками танцевать во сне. Ну, потому что, видите, мир сладкий, сладкого мира не существует. Значит, это сон. Как это сладкого мира не существует? Я же там живу! А ты кто? Я житель сладкого мира. Ух ты. Откуда такие берутся-то? Не знаю. Сам не знаю. Появился просто. Был сладкий мир, теперь я тут. Ну, блин. Вот, блин, люди странные, а. А как сюда? Может, он исчезнет? О, он исчез! Ну, видимо, да. Видимо, я подумал, что он исчезнет, и он решил исчезнуть, ну. А потому что я сказал-то, он обиделся и исчез. Эх. Сладкий мир, сладкий мир. Ну вот и все, похоже. А что мне говорите? Нажмите дальше, чтобы продолжить. Хочу проверить, слушайте. А теперь пытаться очки набивать сейчас еще раз. Так. Какие очки набивать? А, очки набивать. Чтобы зарабатывать, чтобы... А во-вторых, посмотрим, что за кнопка дальше. Какого черта там кнопка дальше? Там ведь обычно нет кнопки дальше. Что-то как-то не рушится, ничего не рушится. Рушься. Ты не думай, свин, что ты крутой такой. Опа, видите? Лучше, я теперь второй.
Ну, очков понабрал слегка. Покажите мне радиус рейтинг. Вот что за кнопка дальше, а? А, просто выйти. Кстати, извините, у меня теперь... Насчет лиги... Лига профиля, смотрите, я не просто Diamond Лига. Diamond Лига с первой звездочкой. Star Player Rank 2. То есть, они потом дальше лиги пошли, да, видите? Только со звездочками. То есть, алмазная... Фу ты. Ну, алмазная лига со звездочкой. Это все, кто звездочки единицы. Очень, короче, это типа больше лиг. То есть алмазная, но больше. Вот так бред. А, я уже покрутил сегодня. Неплохо сегодня получилось пройти, даже слишком быстро. Но ничего, будет несколько турниров в одном. Вы поняли, да? Вот так. Неужели мы впервые увидим этих птенцов без лапок и крылышек? Вот это неожиданность просто самая максимальная. Потому что даже в Angry Birds Pop, где птички... Без лапок и крылышек существовали эти с крылышками. А, нет, смотрите, вот они снова с лапками и крылышками. Посмотрим. Именно вот это. Вечеринка с птенцами, в общем. Вылуплятельскими, в общем, если дословный перевод, то вылуплятевателями. А где птенцы-то? Ах, да, посвящено, естественно, как вы знаете, чему? Новой вышедшей игре Angry Birds. Сочетайка предметов под названием матч. Они начинают танцевать снизу. Да, она и без лапок и крылышек. Вот это неожиданность. Вот это просто неожиданная неожиданность. Angry Birds Friends вообще уникально. Тут у нас персонажи из Angry Birds Movie. Без лапок и крылышек. Может, это же единственная игра. А, нет. Ой, еще веселюха. Как видите, предметы из Angry Birds Match, соответственно, обзор вы видели тоже. У меня есть... Не получилось пройти, естественно, потому что никакой блок случайно не упал на поросенка. Блин, слушайте, если бы эта музыка постоянно была, вот это было бы очень забавно. Но, к несчастью, это совершенно не так. Только там мало у нас птичек. Блоки песка снова, кстати, которые падучие. Вот забавная какая чушь, да? Птенцы без лапок и крылышек. Такое название серии, кстати. Следовало бы, да, если бы... Если бы у нас было... Много всякого. Заметьте, в турнире про Angry Birds Evolution тоже там, да? Птички без лапок и крылышек. Мы могли видеть их вид, какими бы они были бы. То есть, не какими они были бы, какие они есть в этом мире, в котором без лапок и крылышек, соответственно. И свинки тоже без лапок и крылышек. Ага. Представьте свинью с крылышками. Это было бы чушь, поэтому... Ну, Рови такое сделаю. Свинью с крылышками. Свинно-птицу какую-нибудь. Та-та-тан-тан. Ух ты, музыка. Забавная музыка, кстати. Но хватит зря музыку портить. Сейчас мы будем их полностью слушать. Я хотел, чтобы музыка была постоянно, да? Я сказал только что это. Ух, это музыка. Классическая музыка Angry Birds, но измененная, как вы поняли. Немножечко, слегка, чуток. Ну, пройти получилось. Сейчас мы еще подорвем. А, да, я совсем забыл, что птички здесь новый вид. Как давно, я не помню. Новый вид у птичек и свинок. Как много серий назад. Кстати! Это же блоки-желешки, которые, помните, они были в турнирах. Но, как бы, да, это, по сути, клей. В Angry Birds Match существует такое клей, понятие, как клей. Не совсем это похоже на клей, но все же. Свинки в шапочках. О, усачок. Забавно, кстати, дизайн свиней, да, заметьте, вообще уникальный. Это даже отличается от Angry Birds классического дизайна усача даже. Помните, классический усач, у него брови злые и прям пришиты к носу. Ну, бывают. Ну как классический дизайн. Вообще-то классический самый первый, да? Он вообще, у него брови были черные и белые даже. И маленькие очень. А тут... Только сейчас заметил. Птицы в воздухе висят, это, конечно. О, максимальная вечеринка. Блин, музыку надо извлечь из файлов игры. Не знаю, возможно ли теперь такое делать. Раньше была ПК-версия, с ПК-версии можно все доставать. А, ПК-версии Angry Birds Friends не было. Но была ПК-версия Angry Birds разных. И там было можно легко музыку извлекать. Извлекать и развлекать людей. Ну, то есть себя в основном развлекать, естественно.
О, как удачно осталось, значит, еще три свинки в одном месте. Бомб с легкостью справится с делом. Птенцы без лап, крылышек. Сука. Или не с легкостью, ну ничего. Ну ничего. Или все в чего, ну все в чего. Ладно. Неужели второй? Какой второй? Покажите. Только второй. Серьезно, мне казалось, прошел два уже. Где-то третий должен быть. Но, как говорится, все не то обычно, чем кажется. Классическая, да, но здесь, но, естественно, измененный, но весело. Так. Но вот это наложение звука, это да. Это плохо, естественно. Как бы да. Давай, носичка. Не знаю, что за досочки вот эти. Бамбуки. Потому что бамбука нет в Angry Birds. Матч. Хотя, может быть, я еще не дошел до момента. Хотя, кажется, я уже, кстати, помните, я говорил, что я пройду немножко и заброшу. Еще не забросил, естественно. Но! Уже там новых предметов ничего не появляется, поэтому, возможно, уже заброшу скоро. Так, о, вот это уже гораздо лучше. Хотя, опять то же самое. Вроде может не долететь, может долететь, может пробить, может не пробить. Бабах! О! Естественно, взрыв точно. Там еще кристалл. А сколько бы... 500 всего лишь, а не 5000. О, хоть однажды в числительных не ошибся. Помните, обычно путаю. Заметьте, если вы видели, изменился вид свиней... О, птиц. То и птиц изменился вид Вильгмана, который сверху в поварапах. Если вы не заметили, он переместился вверх. А рогатки теперь тут. Ну, кристальная рогатка. Что он делал, кстати? Она невесомость, скажу, делает, если вы помните. Да. Птицы могут просто взлетать. Вопрос, еще раз я хочу потестить эту рогатку немножечко. Ох, это же пока ускоряется летит. А вот так? Блин, серьезно, но вообще... Ха! Вообще круто, да? Пока не ударится с препятствием, соответственно. Ну, ладно. Я просто забыл немножко. Тут еще, кстати, есть прыгучая рогатка, на мой взгляд, не полезная вообще. Совершенно точно. Ну. Блин, поврапы нельзя скрывать, кстати, они мешают мне. Смелее не задеть веревочку. Клей нужно собирать, в смысле уничтожать. Ну, в Angry Birds Match нужно клей собирать его. Ну да, бывает что. На самом деле, я собираюсь, чтобы убирать его. Три птички, заметьте, да? Птички-то разные совершенно. Хотя, по сути, слушайте, синие птички, по сути, синие птички должны быть синими. Вот эти птенцы, это синие птички, то есть среди них синие птички есть. Соответственно, в этом мире они должны выглядеть как... Как синие птички, только другого цвета. Но! Мне интересно, будут ли на уровнях синие птички? Сейчас удивим. Они были. А эти они же были, то есть... Два типа синих птичек существует. Это как? Понимать-то? О! Были завалены клеем и вещами всякими. Так, слушайте, что это? А, это фон всего лишь, то есть... Можно иногда вот так летать, да? Иногда помогает. Так. Видите, тут синяя птичка. Вот эта синяя птичка, которая снизу, да? Это как бы синяя птичка, по сути, синяя птичка, которая... Должна быть классической, но что-то здесь они вообще странно, да? Вот с этим турниром они, конечно, все изменили. Хотя, слушайте. Хотя нет. Не слушайте. Вот то все упало тут, зато сам то упало там. А, давайте напрямик лететь. Без ускорятелей и всяких там. Вот видите, так попроще. Что-то падает, кстати. Да неужели свин? Да ничего, укатится. Да неужели не укатится? Да неужели свин? Оттолчок! Клеем завались. О, или птичка. Вот видите, странная система, что птичка еще отлетает в конце и может... Сбить свинью еще. Это странная система. Обычно это не помогает никак, но иногда помогает как-то. Удивительно, что получится на звезда. Так вот. Так вот, так вот. О, ракушки, собака-ракушка. О, неужели она тоже тут? Это же та самая ракушка. Я даже не... Новых вещей не поднаделали. Ну да, зачем делать новых вещей, если можно использовать старые? Тарадам-дам.
Ну что, мы еще посмотрим на эту птичку тройную. Не, ну кого прошел, но слушайте, это вообще никуда не годится. Поломки мало. Недостаточное количество поломки. Угу. Просьба сломать лучше, сказали сантехнику. Ну, он такой что сказал. Ну ладно, взял бомбу, поставил, а тут сказали, ага! Попался наконец-то бандит. И схватили его. Вот. Вот так вот обманывают. Видите, если вы работаете с сантехником, вот смогут вот так обмануть. Поэтому если хотят говорить, что пусть взорвается. Нет, не верьте ему. Он обманщик, он. Он. Кто? Клиент, обманщик. Что за замок в небесах? Это вообще как? Тарадам. Во, сейчас нужно поломать больше, да? Да, первое место. Среди кого, собственно? Нет, не среди лиги. Среди этих друзей, якобы. А где все друзья остальные? А, вот они, только они еще не прошли. Почему-то. Финальный, да? Естественно. Считать я, кстати, умею сейчас. Так, короля еще мы не встречали здесь. В смысле, в этих уровнях 6. Ну ничего. Всего обязательно 3 шара, да, должно быть. О, динамит сейчас подорвется, надеюсь. Если песок. Нет, песок динамит не подорвет. Лети. О! Рассчитано удачно. Так, теперь нужно, смотрите-ка, мастерски отпружинить от пружины. И попасть в клей пружинистый, который тоже пружинит обычно. Ну, отпружинил мастерски, но попал не очень. Поэтому сомнение мастер пружины это нет, не считается. Звание мастера пружины вы не получу сейчас. А, вижу прикол, вижу прикол, вижу, надо яйцо спустить вниз. Как давно я этим не занимался, сбрасывал яйцо в узкие места. Это, помните, с классического Angry Birds даже. Angry Birds Season, правда, а, завалил. В смысле... А если я сделаю вот так, что будет, если оно отпрыгнет хорошо или плохо? Блин. А, неплохо, чё? Вышло. Хочу еще раз шар достать. Блин, приближение какое-то недостаточное. Вот так вот. Не рекорд. Ну вот и все похоже. А куда дальше-то? А никуда. Итак, посмотрим первый. Нет, второй был, да? Значит, вот они, синие птички, смотрите, синие птички выглядят вот так. Но они выглядят и по-другому. Вот, синие птички должны быть так. Соответственно, все птенцы должны выглядеть тоже, как они, но другого цвета. Но смотрите, вот опять синяя птичка. И смотрите, две синие птички в одно и то же место. Две разных версии синей птички. Скляните. Какая чушь, это вообще как? Вот такая вот ровью недоработка с вашим турниром. Ну тогда бы должен быть что-то. Чак выглядит как банан. Это должен быть вообще больше по размерам, если исходя логики. Смотрите, это птенцы размером с него. Есть ли вам логика? Соответственно, понимаем, что нет. Спросите, зачем я перепрохожу уровень? Да не знаю, случайно так получилось. Зато больше очков. Рекорд! Рекорд! Помните, раньше занимался перепрохождением, на 3 звезды пытался пройти. Было даже моменты, были моменты. Получилось! Старкоп, я сейчас не увлекаюсь. Нет, я иногда захожу, кстати, старкопы, но. Смотрите-ка, что здесь надо делать? Птичку улучшать. И да, птички работают, скорее всего. Только в этом режиме, в старкупе. То есть, по сути, мы улучшаем, чтобы улучшать. В общем, монетки даются, слушайте, тут не даются перья, тут только звезды и монетки даются. Звезды и перья. Монетки не даются. То есть игра просто ради игры. Игра, что потом получаем. Хотя, по сути, любая игра ради игры. Ну, в смысле, в турнирах-то монетки мы не зарабатываем. То есть старкуп, по сути, просто так, ради веселья. Да? Ради прокачки и так далее. Ну, об этом, наверное, все. Это, наверное, последнее видео в серии. 3 турнира в одном видео. Если надеюсь, что так получится. А пока, всем пока, естественно. Кстати, практику обновили, по-моему. Или просто меня сбросили в прогресс. Почему? А пока, пока.